Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Приветствую вас на канале «Ленивый огород». Вот уже и август на дворе, значит, нужно позаботиться о наших огурцах и провести профилактические опрыскивания от ложной мучнистой росы пернаспороз. Вот так он выглядит. К счастью, у меня его уже нету лет 7, наверное. Так что фотографию вот я прикрепил из интернета. Начинаем готовить наш раствор для опрыскивания наших огурцов. В теплой воде растворяем 5 столовых ложек сахара. Добавляем 1 столовую ложку сухих дрожжей. Переливаем в 5-литровую емкость, потому что у меня опрыскиватель 5-литровый. Емкость доливаем доверху и оставляем на пару часов, чтобы дрожжи начали работать. Также разводим триходермин по инструкции и добавляем туда столовую ложку сахара. Это биопрепарат, он абсолютно безвреден. Выливаем триходермин в дрожжевую настойку. И добавляем 1 стакан молока. Можно добавить молочную сыворотку. Благодаря молоку раствор хорошо будет прилипать на листья. Опрыскиваем каждый лист огурца очень тщательно, чтобы не дать никакого шанса пернаспорозу захватить наши огурцы. Листики опрыскиваем с обоих сторон, и с верхней, и с нижней стороны листа. Такие профилактические опрыскивания я рекомендую делать каждые 7-10 дней, тогда ваши огурцы болеть не будут. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю вам хороших урожаев. До свидания. Увидимся.